Значит, закваска может быть кислая. В процессе выведения, друзья, мы этого и добиваемся. Так что все нормально. Это наша задача, так скажем. Эти же проблемы могут возникнуть, когда закваска уже зрелая. Вот мы вывели закваску, вот мы ее ведем, и вдруг она у нас не растет и замирает. В чем может быть проблема? Проблема может быть в смене муки. Вот кто живет в Москве, я вам могу сказать, что я не рекомендую муку из вкусвилла, потому что очень часто мне писали о том, что закваска начинает умирать на муке из вкусвилла и очень сложно вывести. Вот поэтому я бы не рекомендовала. Это не 100%, но слишком уж много отзывов. Последний раз вот на мастер-классе в прошедшие выходные мне Вера рассказывала о том, что закваска просто дохнет. Ничего она не может с ней сделать. Вот, высший сорт, по-моему, она там берет. Что это также может быть? Это может быть изменение условий. Похолодало, закваска, конечно, не будет расти. Неправильное ведение закваски. В любом деле нужна система. Если изменился температурный режим, да, сегодня было лето, а через месяц зима, то, соответственно, все идет у нас не очень хорошо. Вот, если закваска становится кислая, уже зрелая, да, опять же нарушение ведения закваски. Неправильные пропорции, неправильный режим кормления. Значит, смотрите, сильная закваска, частые проблемы, да, слабый рост, есть пути решения. Значит, нужно систематизировать подход к закваске, либо же выводить новую. Но я всегда рекомендую попробовать ее взбодрить, да, применить систему, потому что для того, чтобы понять, закваска хороша или нет, нам нужно 1-2 дня, а на вывод там 6-7 дней. Но немного времени, но иногда это бывает важно, да. Вот, поэтому пробуем всегда старую закваску привести в чувство, дать ей каких-нибудь вкусняшек. Значит, смотрите, закваску можно вести по-разному. Сегодня так, завтра так, разными пропорциями, разными промежутками времени. Нужно понимать, что от этого зависит сила, аромат, ее бродильная активность. Мои рекомендации по закваске 100% гидратации. Я кормлю ее 2 раза в день, утром и вечером, веду при комнатной температуре. На кухне у меня ночью температура опускается до 23 градусов, и днем, когда я, допустим, готовлю, что-то варю, то даже до 27, там, к 28 стремится. Я веду закваску вот таким образом. Вот. Сегодня я, кстати, сегодня пекла вот такие вот булочки, у меня сейчас на расстойке стоят. Вот, репетирую. И эта закваска у меня была покормлена, по-моему, в час дня я ее покормила, то есть ей сейчас уже, сейчас 8-7 часов. Посмотрите, активная, классная, очень хорошо держит долго пик.